До крепости совсем недалеко, но без лодки туда не добраться. Пристань, здесь напитки, мороженое. И вот сколько стоит билет. Это экскурсионное обслуживание. Так, а где у них цена? Режим работы. А, вот. Взрослые 350 рублей, льготные 250 и детский билет до 6 лет 150 рублей. Дети встретились. У вас есть девочка? Да. Что там такое, Дим, внизу? Лягушки. Лягушки. Вон, видите? Видите, там сидят? Да. И ого, есть... большие какие. Там их 4. Да, вот, он прыгает. Вот отсюда вообще офигенно. Вау. Слушай, одна дверь, мост, вторая решетка. Слушай, круто, да. Раньше, чтобы это было взять, было проблематично. Отсюда отстреливались из луков. Еще одна дверь. Вот с войны какие развалины, капец. Кстати, обратите внимание, перекрытие-то бетонное уже. Все начинается с военных. Вау. Крутые ступени. Ох, вид-то какой. Толщина стены 1,5 метра. А вот он, старинный механизм подъема ворот, к которому прикрепили электропривод. О, какая штука. Два воина крутили, и ворота поднимались. О, а это уже новая стенка. Опускай. Дима, не надо. Дим, руку, руку убери оттуда, ты чего? Это шутка сейчас была. А, и мы-то думали опускать. Побольше, мы же сами не выйдем. Ребят, в машине. А кто это здесь балуется? Димка. Дим. Дима, Дима, а вот ты лучше отсюда слезь. Да, спуск, конечно, крутой. Кирпич просто изъеден осколками. Ни одного целого нет.
все иссечено. Стрелковый тир. Пошли посмотрим. Что, не с чего, да, стрелять? Здравствуйте. Здравствуйте. Это что, тир? Да, написано было тир. Тут почему ящик? С патронами, наверное. Или с оружием. О, куда нужно наверх подняться? Вон, видите, бетонные плиты. Это изобретение было для военных. Швейер какого качества, до сих пор живой. Но достаточно тонкий, поэтому видно, что на некоторых этажах провисание. Стреляете, да, дети? Нет. Нет еще? Да уж. Это вам не современные дома, где одно попадание минус дом. В сентябре 41 года войны Ленинградского фронта моряки краснознаменного Балтийского флота в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками отстояли Шлиссельбургскую крепость Орешек, не допустив врага на правый берег Невы, сорвав замысел гитлеровского командования соединиться с войсками, наступающими на Карельском перешейке, и захватить Ленинград. Вот так. Обычный формовой кирпич. Да, вот сюда жалко не залезть. Тут очень опасно. Видно, что здание держится. Вот эти ступени были. То есть вот здесь был подъем туда наверх.
А его нет. Выходим отсюда. Непередаваемые чувства, конечно, сюда нужно приехать и посетить. Тяжелая штука. Кто там спрятался? Кто там? Дима по-военному залазит, да, Дим? Давно уже нет спать. Террористу я давно погибла. А знаешь что? Ты победила. Которая обманывает. Я а как он У меня такое ощущение, что раньше условия были лучше содержания заключенных, чем сейчас. Даже в настоящее время те сотрудники, которые не отвечают минимальному требованию для работодателя, помещают вот сюда. Королевская башня. Ничего, Игорь, не сделали. Ого, как тут прохладно. Да. Классно. Ребят, подождите родителей. Сиди. Вау.
снайперы всегда теряют своих бинтов. Пойдем? Посмотри, как я. Давай, пойдем. Что она видела? Стены как самок. Ну что, мальчишки, пойдем. Вот этого создана. Там сидела как раз вот эта Анна. Анночка, который был заключен сюда Елизаветой Петровной. Скрепость, на самом деле, территория тут очень такая небольшая совсем. Да. Во время войны вообще полная. Вот это была вот эти вот домики, которые... Угу. Это разрушенная старинная крепость, которая была изначально. Но как-то и здесь, и видите. Заходи в камеру.
собачку держали на руках. Стой. Друзья, оставьте свой комментарий, подпишитесь на канал и поставьте лайк. До скорых встреч!